Поэтому не проблема в крови. В крови нет проблемы. Проблема в сознании. Просто прислушайтесь. Вот год назад прислушались бы, сделали бы еще тогда в мае. Уже была победа. Демоны наши лучшие покровители. Любі наші глядачі, я рада вітати вас на каналі «Поговоримо». З вами я, Альона Захарченко, та наш сьогодні гість, пан Алах Ніранджан, сьогодні з нами в ефірі і дасть відповіді на усі запитання, які вас так турбували впродовж цього часу. Вітаю вас, пане Алахе, і дуже рада вас бачити на нашому каналі. Вітаю вас. Як ви вже поняли, я Алах Ніранджан і готовий відповідати на ваші питання від імені Академії Шринаджі. Знаєте, ви ж зараз сказали про те, що переходимо ми, в нас перехід відбувається зараз. Ми знаємо, що історично на території України періодично відбуваються війни, відбувається боротьба за цей мир і незалежність. Чи ця війна в новій, от в цьому переході, буде останньою для України і далі на цю територію не чекають війни? Ну, ответ зависит от того, что сейчас произойдет. Трансформация Украины и победа Украины означает рождение нового наставника и становление Украины центром Европы, как минимум Европы. Гибель Украины будет означать продолжение вот этого болота и к переходу к большой мировой войне в 27-м году. Правда, это центр этой войны, он сместится Китай, Тихий океан. Понимаете, вот и все. То есть вот это сейчас маленькая проба пера судьбы. Если Украина сможет стать наставником человечества, отделается малой кровью. Следующий виток будет гораздо более страшный. Вот. Поэтому ответ такой. Зависит от вас. Опять возвращаемся. Возьмите ответственность на себя. Вот и все. Зараз от таке питання, яке турбує дійсно багатьох, особливо людей, яким довелося покинути свої домівки на окупованих територіях. Чи все ж таки всі українські території, принаймні по тому, як зараз відбувається, за яким сценарієм сьогодні йде Україна, мають повернутися до складу України? Всі території України вернуться в Україну. Всі. Незалежно від того, як піде дорога. Незалежно. Потому что Россия, независимо от того, как она пойдет, будет разрушена. Даже если Украина в болото погрузится и попадет вот в это очень тяжелое, такое опасное время, междувремение смертоносное, но все равно в конечном итоге Украина вернет все территории, это абсолютно точно. Более того, она вернет территории, которых сейчас вот в 91-м не было. Там, где этнические украинцы живут, вот эти все прибрежные территории. Потому что на самом-то деле украинцев гораздо больше, просто их рассеяно по России много. Вот и все. Это совершенно точно. То есть здесь нет никаких сомнений. Сомнение лишь в том, как это произойдет. Возьмете вы ответственность или нет? Или будете опять ждать, ребята, помогите и так далее? Нет, не надо. Нужно действовать просто. Брать ответственность и все. А для этого нужно понять свою природу, духовную, отбросить страх. Вы души. Вечные, прекрасные, войны, какие проблемы? Придумали себе проблемы, и там сейчас пол Украины в депрессии. Мне все говорят, вот там депрессивные состояния. Ребята, наоборот, у вас идет очищение, идет преобразование, невероятная возможность за несколько лет пройти, ну я не знаю, путь длиной 100, 200, 300 лет, за несколько лет пройти, а вы там в депрессии, вот даете. Прекрасно, у вас зараз можливість у всьому шукати позитив, і я сподіваюся, що наші глядачі теж у вас цьому навчаться і будуть вбачати приємне у кожній ситуації, яка трапляється. Ми зараз заговорили за території, знаєте, дуже багато таких суперечливих питань виникає щодо територій, які були вщент зруйновані, ті території, які пережили максимальну кількість смертей. Чи варто відновлювати такі території, чи варто їх краще лишити в спокою і нічого не будувати на їх місцях? Да, нет никакой проблемы. Ви же сделали и гибли там, не проявляя насилие, а защищаясь. Давайте я такой пример приведу. Если ведический пример приводить, во времена Рамы, может быть, вы слышали о таком великом царе Рама, да, который не только царь, а гораздо больше.
была залита кровью вся Бхарата. Бхарата – это весь мир, по сути дела. Потому что весь мир тогда был ведическим. И буквально кровью было залит весь мир для того, чтобы не иметь возможности, чтобы брамины, чтобы святые люди не могли выполнять божественные службы. И казалось бы, все, цивилизация на этом закончилась. Но тогда Рама, пользуясь своими сверхспособностями, возможностями, выстрелом лука отодвинул океан. Так родился штат Гоа, между прочим. Гоа от слова «корова», да? И это был тот штат, с которого началось возрождение Индии. То есть тогда, это много тысяч лет назад, соответственно, что произошло? С этого места начали выполнять специальные ритуалы божественные, службы. И благодаря этому просто очистили, шаг за шагом очищали всю территорию. И очистили всю Бхарату. Вот и все. Поэтому не проблема в крови. В крови нет проблемы. Проблема в сознании. Вот если бы вы несли насилие, вы и осознавая, что вы несли насилие, залили здесь все кровью, попытались что-то там построить, то для вас это было бы смертельно. Потому что каждый шаг, каждый кирпичик бы напоминал, что вы убийца. Но вы-то не убийцы, вы защищаете, вы делаете, выполняете свой долг. Долг освобождает сознание от проблем. Потому что это долг. Это не то, что я хочу, не хочу, нравится, не нравится. Я защищаю, потому что мой долг. Это не вопрос моего эго, это чистое действие. Вот и все. Чи потрібно пройти якийсь процес очищення території? Він має відбуватися чи ні? Після перемоги маємо можливість одразу почати відновлювати ці території? Це швидко відбувається, делаються спеціальні яги, це не проблема. Тим більше ви вже почали цю ягю, велику ягю, яка зараз йде, вона ж вже йде. Хотілося б трішки зазирнути в майбутнє. Я розумію, що ви зараз сказали про те, що є декілька сценаріїв і поки що невідомо, за яким піде Україна. Але тим не менш, можливо, на найближчі роки все ж таки, якою може бути Україна? Давайте подивимось ідеальний сценарій для України, в що може перетворитися наша держава. Якщо, розумієте, от дивіться, як працює астрологія. Взагалі, як працює астрологія? Государство, как и любое тело или любое сообщество, имеет вот какой-то момент рождения, когда в головах, в умах, в сознании людей сформировалась идея, вот мы там независимость или там у нас конституция. И в этот момент был определенный рисунок, рисунок энергетический вот этого образа, который родился. И, соответственно, он несет те качества, которые этот рисунок вот был в момент исторический вот этот момент. Но никто вам не запрещает поменять этот рисунок. Чем отличается вообще банальная астрология от ведической? Банальная говорит, вот ты родился так, все, ты понимаешь, ты, у тебя есть, как это называется, определенное, ну как бы, смирение, что я ничего не могу сделать. Ведическая напротив джотиш говорит, ты все можешь сделать. Поэтому мы и говорим, что если говорить о будущем, есть два варианта. Сидим, подняли ручки, и тогда выгребаем все негативные моменты вот той натальной карты, которую имеет Украина. Почему и зачем эти негативные моменты? Потому что эти негативные моменты должны заставить Украину проснуться и стать наставником. Но в момент, когда вы просыпаетесь и становитесь наставником, у вас новая карта, новый путь. Понимаете? И, соответственно, другое совершенно развитие. Поэтому это очень важно понимать, идет путь прямой или меняется. Понимаете, какая история? Поэтому если все пойдет так, как я надеюсь пойдет, и мы приложили к этому усилия, то это означает, что? Это означает, что через 5 лет это будет цветущая страна. Цветущая, прекрасная. Прям, ну, у меня просто нет слов, насколько она прекрасна. Это не так сложно сделать. Весь мир сейчас, внимание здесь в Украине, внимание значит энергия, энергия здесь в Украине, не где-нибудь там в космосе. Просто берите и пользуйтесь. Все это детали, там кто-то плохо посмотрел, хорошо посмотрел, сбоку посмотрел, это не имеет значения. Энергия в Украине, используйте. Вот поэтому если используете, если вы сделаете, все, победа будет прекрасна и результаты прекрасные. Через 5 лет это, ну, великая страна, без сомнения. Если не воспользуетесь, к сожалению, понимаете, карта той страны, которая сейчас, она хороша,
она дает потрясающие возможности к духовному развитию. Но пока это развитие не совершено, она будет подбрасывать проблемы, 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 проблемы. И эти проблемы для вас же даны, чтобы преобразование произошло. Ну как, я не знаю, как еще можно ответить? Все очень просто. Просто прислушайтесь. Вот год назад прислушались бы, сделали бы еще тогда в мае, уже была победа. Теперь второй раз говорю, прислушайтесь. Так, дуже-дуже хочеться вірити, що все ж таки прислухаємось на цей раз і зробимо все можливе, щоб сталося саме так, як ви говорите, і тоді раді вітати і вас тут, в країні, яка квітне, яка є тією державою, про яку ви зараз розказали. Також, знаєте, дуже багато все одно виникає питань щодо влади країни, так чи інакше, але все одно вона впливає на розвиток країни. Чи може найближчим часом прийти людина до влади, яка теж здатна буде якраз таки діяти за тим сценарієм і закликом, про який говорите ви? Ну, послухайте себе. От послухайте, що ви сказали. Якщо можливість, що прийде Вася... Я отвечаю, есть, берете зеркало, ставите перед собой. Итак, есть ли возможность, что придет Вася? Есть, но Алена. Когда 1% людей поймет это, за вами будет победа, сразу же. А формально это достигается сразу после войны очень просто. Потому что, ну, кстати говоря, влияние президента сейчас огромно. Потому что он может стать вот этим... основателем новой республики. И ему, собственно, делать ничего не нужно. Ему просто мешать не нужно. Просто он должен удержать своих вот этих вот подопечных от желания выпендриться и наложить лапу, там что-то попытаться изменить. Позвольте наставникам, вашим философам, вашим преподавателям, научным деятелям создать новую картину Конституции, понимаете? И просто ее нужно принять сразу после войны. И просто выборы уже в ваши парламенты и другие всякие службы сделать по новой системе, не по старой. Потому что что это за система, когда какие-то списки? Какие списки? Что это за списки такие? Что это за история такая со списками? Через списки проходит бизнес туда. Бизнесу не место в парламенте, ребята. Бизнес занимается прибылью. Если вы желание прибыли несете в парламент, значит вы несете... куплю-продажу законов в парламент. Это гибель государства. Чего вы и добились? Значит, нужно что? Убрать эту систему, сделать другую систему. И нет здесь ничего сложного, это элементарно. Просто позвольте, ваши вот эти вот супербоссы должны, ваш Зеленский должен просто позволить произойти этому. Позволить. И все. А в новой конституции просто должно быть все. Первое, должна быть цель, не так, как сейчас. А чем мы тут занимаемся? Да бог его знает. Вот собрались просто потусить. Так не бывает. Государство не работает, тем более республика так не будет работать. Должна быть цель. Цель какая? Счастье, развитие, достоинство, свобода, ответственность, конечно. А как организация? Должна быть по совести. А что такое по совести? Ну сделайте орган, который будет совестью. Нет ни здесь проблемы никакой. Ну то есть парламент, это желудок. Сделайте совесть старейшин каких-то, мудрецов, наставников, собрали, выбрали, поставили. Они тебе определят и путь развития, и стратегию, и займутся тем, чтобы с судами разобраться, чтобы там правильно все было. Вот и все. Потому что главный вопрос, это вопрос мировоззрения. Но пока мировоззрение у людей такое, что главное желудок, вы так и будете жить. Главное мировоззрение. Условно говоря, если мировоззрение такое, как сейчас, у вас должен у каждого супермаркета стоять охранник. А если мировоззрение нормальное, то охранник не нужен там, потому что никто не будет воровать. Так может, нужно приложить усилия, чтобы изменить мировоззрение, и этот охранник пусть займется чем-то действительно важным? Вот это вопрос мировоззрения. И мировоззрением не занимается парламент. Мировоззрением должна заниматься совесть, то есть мудрецы, ваши мудрецы, у вас же есть такие. Ну и выборы, конечно, нужно менять. Выборы, как есть, это, конечно, убожество. Убожество, ребята, ну как так можно? Справді така дуже болюча тема. І знаєте, ви, коли це говорите, дійсно, отже, чіткий шлях. Дійте, ідіть. Тому дуже-дуже хочеться, що дійсно кожна людина прислухалась до цього і робила свій власний крок на цей шлях до змін.
Хотілося б також запитати, відомо про те, що у деяких країн, так, у людей є свої покровителі. Чи є зараз покровителі в Україні і як вони допомагають країні? А ви готові к реальному ответу? Давайте. Для цього ми і тут. Демони – наші найкращі покровителі. Понимаете, смысл существования демона – тренировать человека или страну, заставлять его страдать, чтобы он развивался. То есть, кто вас тренирует, кто вас мучает, тот вам помогает. Пукин ваш – убийца, где-то похититель, это помощник номер один, он пришел убивать, чтобы вы просыпались. Байден – помощник номер два, он сделал все, чтобы угробить Украину, все, и продолжает делать. Он позволяет убивать, несмотря на то, что обещал там, наобещали они там много, во всяких там декларациях или меморандумах. Эти обе страны, эти два руководителя вас учат. Пока вы не поймете, что взять нужно ответственность на себя. Помогает тот, кто испытывает. Ну а если не вот на банальном, не на материальном уровне смотреть, а немножко глубже пойти, то, конечно, ваш помощник, ваш дух. Украинский дух невозможно сломить. Почему? Просто вы, может, не знаете. Потому что Украина находится под покровительством Шивы. Шива – это сознание этого мира, это высший разум, если хотите, если таким западным языком говорить. Просто поймите это, вам нечего бояться. Как только спадет эта пелена с глаз, все, сразу все закончится. Я мотивуюче. Вот Шива, например, устроил вам молебен. Вот это же в голову не могло прийти. Студенты собрались, говорят, ребят, давайте сделаем молебен. Я обратился, Шива раз, бах, и все пошло. Это кто сделал? Это не студенты обратились. Мы как бы дали возможность, а оно произошло. Это Шива так вас защищает, понимаете? Все козыри в наших руках, насправді. Да? Знаєте, зараз теж той час, ви вже почали говорити за те, що дійсно Україна знаходиться, більшість українців знаходяться в такій депресії. Які зараз щоденно потрібно робити кроки, що потрібно робити для того, щоб все ж таки до себе привертати добро, успіх і ті позитивні все ж таки більше моменти? Смотрите, наверное, два здесь ответа. Перший ответ. Что было важно сделать, и мы уже сделали, это молебен. Результаты колоссальные. За этот месяц, когда вот закончился молебен, вся эта история прошла, смотрите, от блокировки помощи к тому, что помощь, там бомбы, атакам сы, пошел поток, да. Даже обсуждается, что там придут сейчас эти другие войны из других стран. Правда, что они за войны, я не знаю, но сам факт, что духовно очень сильно все поменялось. И это важно понимать, что главное сделано. Единственное, что на сегодняшний день поддержка этого молебна – это где-то 290 тысяч человек. Нужно больше. Потому что единение, решимость, вот достичь результатов – вот это важно. Это вот глобально, если что, что нужно делать. Прежде всего собраться, вот сделать такое волевое решение общее. Оно как раз идет через молебен. Вот. А если говорить о каждом в отдельности – как вот привлечь рассвет? Поймите простую вещь. Нужно следовать дхарме. Призвание, предназначение. Что это такое? Если вы осознали, зачем вы здесь, и вы начинаете это делать, то абсолютно не важно, что будет происходить вокруг, вы будете счастливы. То же касается народа. Если народ осознал свое место и начал двигаться в этом направлении, он будет распространять счастье. Счастье очень притягательно. Очень. Все будут здесь мгновенно, как только вы войдете в дхарму. Поэтому ответ прост. Следуй дхарме. И лично, и как народ. Я неймовірно вдячна вам, пане Алакхо, за сьогоднішнє наше інтерв'ю, за ці відповіді, за ці настанови від вас, за ці заклики, які спроможні нас, кожного українця, призвести до омріяного. Все в наших руках. Дякую вам величезне.